Приветствую. На обзоре нож Кайзер. Модель называется GPB-1. Вот такой интересный ломик. Ломикообразный тактический нож. Из таких премиум материалов. Ну, по порядку. Рукоять титан. 3D литье или обработка, что-то в этом роде. Большое овальное отверстие для темляка. Громадный осевой. Две бонки плюс осевой. Противоположная сторона аналогичная. Здесь у нас фреймлок с сухарем. Большая клипса титановая, фрезерованная. И место для осевой тот же, только откручивать. Тут можно не просто отверткой, но можно даже монетой откручивать. Мощный такой. Насечки тоже мощные. И ограничителем служит этот осевой. Клипса титан. Такая жестковатая. Вообще-то нож большой, тяжелый. Клин по центру. В осевом у нас стоят шайбы. Поэтому открытие здесь не такое уж мощное. Ну, в смысле, легкое. И закрытие. Сейчас попробуем. Ну, вообще-то закрытие нормальное. Если взмахнуть, то закрыть можно. Так, фреймлок заходит на толщину сухаря. Запаса более чем достаточно. Половины. Облегчения как таковых нету. Вес ножа почти 200 грамм. 198 грамм. Баланс. Ну, даже смещен немножко ближе к клинку. Клин большой, 4 мм толщиной. Вот такой хвате. Кстати, хвате удобен. Мне рука большая, мне вообще все отлично. Здесь у нас что-то вроде чойла такое. Ну, не знаю, тонкие работы для такого монстра. Вопрос. Ну, вообще так, кто его знает. Так, на клинке у нас S35VN. Порошок, стонвош покрытие, спуски прямые где-то от середины. Плоскость тоже большая, фальш чисто декоративная. По обуху 4 мм, сведение в районе 0,6. Габариты. Для такого монстра, кстати, сведение нормальное. 216 мм общая длина. И длина клинка ровно 9 см. 90 мм. Вот такой большой тактический EDC-шник от Кайзера с премиум материалом. Качество, как всегда, идеальное для любителей больших, мощных и по-своему красивых ножей. Рекомендую.